Те, кому интересна тема защиты прав человека, кто старается внести свою лепту в этот большой пласт работы, собрались в зале, чтобы обсудить планы и перспективы своей деятельности. Это члены белорусской секции Международного общества прав человека. Единомышленниками и сподвижниками называет их руководитель секции, возглавляющий ее много лет профессор Иван Иванович Котляр. Это отчет на выборную конференцию. 8-я по счету. Но мы подведем итоги и определим задачи на перспективу. Для нас все ясно. Мы еще 25 лет тому назад вышли на дорогу, хорошую дорогу. Дорога под названием «Уважение к правам человека», «Почтение к правам человека», «Реализация прав человека». И по этой дороге несем знания в общество. Мы считаем, что эти знания нужны, права человека нужны. Мы их не абсолютизируем, но, с другой стороны, не согласны с теми, кто их отвергает. Вот об этом сегодня будет разговор конференции. Наметим мероприятие на ближайшее время. Сегодня всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году, была и остается главным документом, закрепившим права и свободы человека. Именно эта программа действий послужила толчком для возникновения правозащитного движения сегодняшнее. Напряженная обстановка в мире заставляет задуматься о многих моментах. О проблеме бедности, неравенства, культурного обмена, если обобщить, о защите социально-экономических прав. Мы будем дополнять и исследовать то, что на наш взгляд немало исследовано. Вот то, что я сказал, по-моему, это очень актуально в высшей степени, ну, тем более, что идет процесс развития государства, развития через улучшение социальной структуры, положение человека в целом, и мы постараемся способствовать этому процессу государства. Наверное, впервые в деятельности белорусской секции Международного общества прав человека в текущем году была выдвинута тема экологических прав человека. Конкурс под названием «Экология. Забота твоя и моя», который проходил в Бресте, показал, что молодым людям эта тема интересна. Учащийся Брестского государственного колледжа связи Николай Терещенко стал победителем и останавливаться на достигнутом не собирается. На данный момент, вот, по моему личному мнению, что забота об экологии – это важная часть нашей жизни, и каждый должен принимать в этом хоть какое-то, но, ну, короче, должен принимать в этом важное участие. И каждый человек должен задумываться о том, как сохранить природу и как помочь другим людям в этом. Если мы вот не будем обращать на это внимание, то впоследствии, ну, нам будет не то, что стыдно перед нашими, как бы, будущими поколениями, но крайне неприятно. По единогласному мнению председателем правления белорусской секции Международного общества прав человека избран Иван Иванович Котляр. Планы намечены, акценты расставлены, работа будет продолжена.